Приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимизм. Мы с вами продолжаем проходить этот адский уровень в Dark Souls 2. Значит, полная жесть. Там, скорее всего, тоже эти твари есть. Или нет, тут эти обычные. Ау, я... Просто эти штуки, мне что-то не понравились, эти, как его, бочки. Они могут взорваться. Так, главное, не забываем, самое главное в этом уровне, полное здоровье всегда. Черт. Не зря ведь мне так все это, давайте попробуем их это... Из лука расхерачить. Так, они вообще не ломаются из лука. Окей, тогда попробуем использовать бомбы. У меня их много было, по крайней мере, раньше. Не знаю, как сейчас, но было. А я их, по-моему, все там просрал в одном месте каком-то практически. Вот черт, а. А, у меня есть метательные ножи, отлично. Хотя не уверен, что они помогут. Так, вроде туда правильно смотрю, да? Вот сука, а. И все. Метательный нож, огненная бабочка. О, там, ну-ка, сколько там ножей дали нам? 7. Не зря, наверное, нам их дали. Надо ломать эту штуку, эти штуки все. Так, по-моему, здесь что-то есть. Потому что я слышу звук жучка. Вот черт. Фух, успел. Осколок титанита 2 штуки, большой осколок титанита 1 штука. Душа безымянного солдата, супер. Большая душа солдата, самоцвет жизни, супер. Увядающая душа. Что за увядающая душа? Так, стоп. А. А, это самое слабое, понятно. Так, сундук. Главное, отпрыгиваем. Так, тут нормально все. Кольцо солдата короля. Что оно делает у нас? Увеличит максимальную нагрузку. Это как кольцо Хавела, видимо, или как оно там называется, из первого Dark Souls. Так. Осколок фляги с Эстусом. Да! Е, мы не зря сюда зашли, осколок фляги есть. Это отлично. Так, ну что? Где-то здесь эти твари. Нам, по идее, вниз, наверное, да, куда-то? Черт, столько еще этих. Блин, я срез хочу какой-нибудь открыть. О, еще одна стена. О. Так, сначала давайте проверим, что наверху. Черт. Так, и да, похоже, мы с вами открыли, ребята, срез. Знак призыва. О, мы можем призывать эту тетку. Значит, скоро босс. Ну, сначала мы... Давайте потом ее призовем. Сначала все здесь проверим. Там еще 2 сундука у нас.
Вот когда такая стена, как вы видели здесь, то, скорее всего, за ней что-то спрятано, я уже понял это. Так, тут если начнется сейчас какое-то говно. Ну ладно, срез я открыл, так что не очень страшно уже. Огненная бомба. Так, и большой осколок титанита. То есть мы, наверное, сможем нормально прокачать наш меч еще на один пункт. Если ничего лучше, конечно, не найдем. Так, давайте до конца уже будем исследовать этот уровень. Ой-ой-ой, эти ублюдки здесь. Интересно, куда нам надо идти? Так, стоп. А, вот эти уроды. Черт. И что делать? Застрелить их отсюда? Так, придется. Умер. Я не собираюсь драться с теми тварями, когда меня еще какие-то гондоны в меня еще постреливают там. До свидания. Все, так, теперь можно. Хотя этих тоже я, наверное, из лука буду расстреливать. Я не настолько больной еще на голову, чтобы на них кидаться с мечом. Так, максимальный урон. Давай, 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 умирай. Стрел-то совсем не осталось. Отлично. Нахрен, не хочу я с мечом на него бросаться, к черту. В принципе, уровень несложный, то есть вы видели, что если аккуратно очень действовать, очень аккуратно, то есть вообще, то, в принципе, ничего такого сильно сложного-то нету. Там еще один может быть такой. Хотя нет, здесь не может. Вообще, кстати, можно было их не трогать, потому что они, ну, человеческая фигурка, самоцвет жизни. Корабль. Так, там еще один. Так, что-то у него дропнулось. Доспех. Говенный доспех. Корабль, корабль. Нам, видимо, туда. Давайте и посмотрим, что здесь есть. Я, похоже, ребята, зафейлил жестко. Да, я, ребята, жестко сейчас зафейлил. Мне сейчас все придется заново пробегать. Ну, не все, конечно, но придется. Ну, ничего страшного. Так, а где у нас этот? Почти все мертвые, поэтому ничего страшного, но... Придется все пробегать заново. Так, это дварф там, или как он там? Ну, вы поняли, да, то, что я упал не туда, куда не надо было падать.
О, рычаг. Что происходит? Корабль плывет сюда. Ага. Так, нам туда, как вы помните, да? Так, теперь нам туда. Там мы всех убили, как вы помните. Я надеюсь, ну корабль, то есть, в принципе, срез открылся, то есть такого геморроя уже не будет. Так, стоп. Как вы помните, его можно призвать тёлку. Открыв вот этот, ну, сначала мы, наверное, с вами посмотрим все-таки, что это за корабль, потому что, ну, босс тут всегда можно заметить, то есть, и убить его. То есть, ну, к боссу тут всегда проход есть. То есть, если я увижу, что есть проход, то мы возьмем с вами. Так, это кто? Так, прибежали эти ублюдки. Так, видимо, придется. Так, тихо. Так. Так, убегаем отсюда. Я не могу драться в таких местах, потому что тут любой шаг и все, и пипец. Давайте сюда. Так, они отступают. Блин. Заморочено. Надо было, наверное, эту деваху-то позвать. Все, отлично, убили. Все, этого тоже убили. И вот здесь где-то есть босс. Так, еще там лучник один. Давайте тоже его убьем, чтобы он не мешал. О, черт, у меня меч этот в жопе, ёпт. Так, стоп, спокойно, порошок для починки есть. Так, тихо. Все, это не переживаем. Есть порошок для починки. Все, меч восстановили. Я уж думал, все, приплыли, блин. Без меча я что буду делать? Босса валить? Как вы себе это представляете? Так, все, идем, короче, за нашей подругой, которая нам может помочь, потому что я не хочу заново все это, из-за того, что я сдохну, я не хочу проходить все это заново. Хочу я спокойного геймплея. Я надеюсь, что проблем не возникнет. Все секреты в кучу нашли. Ну, секреты здесь не сильно спрятаны, то есть их найти не проблема, как вы видите. Призвать, да. Лукатиэль призвана. Побежали, чё? Я надеюсь, ты мне поможешь, потому что я с трудом себе представляю, как я буду валить этого босса. На этих мы забьем. Лукатиэль идет. Так, сейчас главное, чтобы все получилось, ребята. Идет сзади Лукозель. Так, какие-то фризы пошли. Сейчас мне нахер они не нужны на боссе фризов, фризы эти. Так, тут что? Сундук. Эти сундуки нельзя открывать. Жаль. Да, и да, у нас босс дальше. Так, что, все, мы готовы. Меч есть, щит есть. Так, кольца. Какие у нас кольца стоят?
жизни, восстановление кларанти и клинков. Все, что надо. Ну что, друзья, вперед. Одна, четыре, три фляги у нас. Твою мать, это что за херня? Так нападай на него. Так, ну урон нормальный наносим, то есть все в порядке. У него сзади еще такой же чувак. И мне еще очень повезло, что он меня не бьет. Так, отходим, отходим. Молодец, Лукатиэль, ты тащишь вообще просто. Так, он на меня сейчас сагрится, похоже, опять, нет? Бьем три раза. Так, он на меня опять сагрился, нет? Хрен его знает, у него с двух сторон головы. Кровотечение чуть не пустил мне, кстати. Так, назад, назад, назад. Все, убили. Ну, с этой девахой не было несложно это. Абсолютно. Пока самый легкий босс на моей памяти. Душа гибкого часового. Гибкий часовой это у нас. Вот, спасибо тебе, подруга. Без тебя мы бы тут точно прикурили. Ну, я, наверное, сам бы его убил, конечно, но... Блин, не факт, что с первого раза, и не факт, что... Что это было бы легко. Ну так, конечно, с этой, с помощью этой девахи вообще никаких проблем. О. Пироманческое пламя и огненный шар. Пиромантия у нас теперь есть. Это хорошо. И что произошло? Куда-то поплыли мы. Все, уровень пройден. Ну, действительно, напряженный уровень. Я не скажу, что он сложный, но вот именно тот факт, что нет костров, то, что нельзя умирать, и то, что все заново, и босс в конце. Вот, довольно это... Так, тут падать-то нельзя сейчас. Я костер-то не видал еще. Где мы вообще? Так, тихо. У нас 29 тысяч душ, черт возьми. Нельзя просирать все это, ребят. Так, лифт какой-то. Там еще сундук или что? Нет, показалось. Меч у меня совсем плохой, надо срочно чинить его. Тихо. Какие-то тюрьмы здесь или что это такое вообще? Какая-то тюрьма. О, что-то есть. Душа гордого рыцаря, лучистый самоцвет жизни. Отлично. Забытая крепость. Не спрашивайте меня. Мне нужно сейчас бонфайр. Я хочу все души распределить, там все купить, потому что... О! Бонфайр. То, что надо. Костер зажжем. Все, к черту. Отправиться в Маджулу. Нахрен все это. Сейчас все души, короче, хаваем. Вот, и сейчас наша задача это... Посмотреть там, что по доспехам, во-первых, появилось нового у этого чувака. У него... Насколько я знаю, может обновляться периодически. Так, сколько душ-то, кстати? Ну-ка. Использовать. 50 душ дали за эту херню. Использовать. Две штуки. Использовать.
использовать две штуки, 4000. Так, и у нас есть еще вот такая вот хрень, 39 000 душ. Итого серьезная сумма. Сходим, посмотрим на ассортимент сначала этого чувака. Я рад, что вы в порядке. Извините на мои товары. Так, что у него? То же самое все. Ну-ка. Доспех элитного рыцаря. Не знаю, как-то, блин. Купить-то можно, только смогу ли я это носить? Кстати, тут что-то есть. Только сейчас заметил. Осколок титанита, блин, круть вообще. Че, покупать? Нет. Да, в принципе, в этом доспехе пока неплохо. Он, конечно, получше, но не намного. Стоит, конечно, не очень дорого, но... Не знаю. Ну давайте купим, ладно, чё. Денем. Подкачаем сейчас, если чё. Так, по ножу я хочу купить одни. Да. Так, и посмотрим сейчас, сколько дает мой шлем. И сколько дает тот шлем. Это тот 40? А мой сколько? 53, блин, этот лучше. Хороший. Так, ну что? Вот. Я сейчас не смогу бегать в этой херне всей. Но он лучше, этот. Такой вот сет. Сейчас как куль с говном я кувыркаюсь. Но бегать все равно можно, и персонаж не такой уж медленный. Но, естественно, меня это не устраивает, как вы понимаете. То есть, мне тем более не совсем чуть-чуть подкачать, и мне хватит всего. Да, флягу еще нужно прокачать. Флягу с эстусом. Новый уровень, да. Так, сейчас главное самое физуху подкачать. Давайте на 4 пункта сразу, на 3 пункта ее захерачим. Проверим, хватит этого или нет. Да, хватило. Все, я быстрый. Быстрый как понос. Так, и теперь мы можем уже поднять что-нибудь попроще. Только не все, потому что мне еще надо будет усилить меч. Так, сила увеличиваем. Жизни увеличиваем. Все, больше мы тратить не будем. Души нам понадобятся еще. Пока что не будем, по крайней мере. Доспех элитного рыцаря. Ну, нормально так вполне. Так. Усилить броню. Меч рыцаря Хейда я могу улучшить как раз. Давайте прокачаем его. Все. Так, я могу прокачать вот этот вот щит. А я не смогу его, наверное, взять в руку сейчас, да? Только проверим. Я еще эффективно его использовать не могу, точно. Тогда не будем его прокачивать. Вообще ничего не будем прокачивать больше. Титанит оставим. Пригодится еще. Давайте остатки добьем. Так. Новый уровень. Вот. Жизни. Еще в силу, так, ловкость вот надо, наверное. Потому что ловкость у меня отстает. Адаптируемость тоже, конечно, неплохо было бы. А, стойкость точно. Стамина. Святое дело. Вот осталось 2000 душ. И как вы думаете, что мы на них купим? Конечно же, стрелы. О, что-то появилось тут. Душа безымянного солдата и самоцвет жизни. Это хорошо. Так, починить мне нечего чинить, усилить тоже нечего, купить предмет.
Так, вот у него тут. Ну-ка, что-то, может, хорошее есть. Рапира. Ну, это все нормально, то есть, ну, мне не надо. Вот, покупаем самых дешевых стрел. На все бабки. Как вы могли заметить, стрелы просто незаменимы. Без них я тот уровень бы, наверное, до сих пор бы долбил еще, и не факт, что прошел бы. Блин, а чё, так вот покупать это, как бы, знаете, вот нажимать, и обычно ускоряется со временем, то есть сначала медленно идет вот это, тык-тык-тык, потом быстро, тут просто одинаково вообще. Да, купить. Стрел. Все. Можно, конечно, лук прокачать. Но мне что-то жалко осколки титанита, хотя у него их купить, конечно, можно. Ну ладно, то есть, в принципе, все, что хотели, мы сделали. Отправиться. Забытая крепость, безлюдная пристань. Давайте, забытая крепость. Вот. И, наверное, на этом мы закончим эту серию. В следующей серии пойдем на встречу приключения. Так что оставайтесь на канале, не забывайте подписываться, там ставить большие пальцы, вступать в группу ВКонтакте. Скоро увидимся. Всем пока.